раз участвовать в телевизионных проектах страшно, а во второй, да, точно такие же ощущения, что и в первый, признается Юлия Кононова, победительница конкурса «Сети Амура». Девушка решила снова попытать счастье и зарегистрировалась на сайте Курган.ру в разделе нашего проекта. Номинация, на которую она положила глаз, — «Мисс Регион 45». Раньше я боялась камер, вообще даже не представляла, что это такое. А сейчас не боюсь, спокойно себя чувствую. Совсем скоро пройдет онлайн-кастинг. Девушек, которые зарегистрировались в номинации «Мисс Регион 45», я там буду, я уверена, что я пройду. Онлайн-трансляция кастинга состоится 21 апреля, так что будущие телезвезды можете уже вовсю готовиться. Предупреждаем сразу, вопросы и задания членов жюри будут каверзными. Те, кто предпочитает отсидеться дома, сидите. Протирайте пыль, гладьте мужу рубашки, вытирайте нос ребенку. Но лучше приготовьте что-нибудь вкусненькое, сфотографируйтесь рядом со своим кулинарным шедевром и размещайте фото в номинации «Мисс Сладкая Штучка». Считаю, что в женщине должна сочетаться индивидуальность, красота и умение вкусно готовить. Поэтому наша компания «Сладкие Штучки» решила выступить партнером в номинации «Мисс Сладкая Штучка». Девушки, принимающие участие в нашей номинации, будут оцениваться по следующим критериям: привлекательность, индивидуальность и чувство юмора. Победительница нашей номинации получит звание «Мисс Сладкая Штучка», а вот про подарок мы вам не скажем. Это сюрприз. Регистрируйтесь и ждите сюрприз. Со сладкими штучками нашего партнера своим вкусом может потягаться только она, Анжелика Кенова. Красотка, похожая на Барби, любит объективы телекамер точно так же, как и они ее. Профессиональная фотомодель снимается в рекламных роликах московских компаний и участвует в реалити-проектах. Мне интересен этот проект, как и все участницы. Я надеюсь на победу, просто никто этого не скажет, как я. Но все в глубине души рассчитывают победить. Один из проектов — это «Мама в законе» на канале «Перец» с Дмитрием Нагиевым и Степаном Ургантом. Умницы и красавицы! Если вы тоже хотите прославиться и получить ценный приз, заполняйте анкету на сайте Курган.ру и дерзайте! Сделать это можно до 15 апреля включительно. После начинается народное голосование. Юлия Кобылина, Александр Киселев, Андрей Бахарев, телекомпания «Регион 45».